Мам, че... Девчонки, всем добрый день. Мам, поздоровайся. Здравствуйте. Вот, мамочка ко мне пришла. Мы шагаем в дружно в ряд. Пионерский наш отряд. Идем мы к нашим детям. Я ее пригласила. Говорю, мам, пойдем дойдем. Вместе, говорю. Хотя они вчера к ней приезжали, навещали. Сейчас нам нужно обсудить наши житейские темы. Время 7 часов утра. Пока они не сорвались куда-то, не уехали. У них же времени нет, у молодых. Обещали сегодня вечером приехать ко мне. Но я не стала вечера ждать, потому что у них всю дорогу какие-то дела. Раз, говорит, это Магомед не идет к горе, значит, гора идет к Магомеду. Девочки, ну детей в домике здесь не оказалось. Они, оказывается, короче, у себя в Новочебоксарске. Мы позвонили. У меня Влад отравился шаурмой. Ему плохо, он блюет. Я только рот раскрыла, что надо купить полисорб. Моя любимая невестка сказала, уже сбегала в аптеку, девочки. Уже крут купила и напоила, говорит уже его. Поел шаурмы. Шаурма, сейчас жара стоит. Вот, мама, идем рассуждаем. Стоит жара. Как разве сейчас можно есть эту шаурму? Они же там до конца смены, да, не продают, она остается. Там и салаты вот эти они готовят. Все это. Они уже закисли, прокисли по несколько дней у них. Готовят на несколько дней. Уже не свежие, там все равно микробы. А желудок у него слабый. Он говорит, мне плохо. А у меня, говорит, рвота, говорит, все такое. Я говорю, господи, ну зачем ел-то? Ну зачем вот это говно жрать? Вот молодые да глупые вообще. Ой. Вот так, короче, девчонки, расстроилась я. Ну, главное, слава богу, что... Да ничего не будет. Полисорб сейчас выпьет, и все, будет нормально все. Главное, вовремя. Ужас какой-то. А она ничего не отравилась. Не знаю, мам, ничего. Блять, какая головная боль, девочки. Принесла мама, не сколько штук трусов ты принесла? Семь. Семь трусов девочки принесла и говорит, это для нашей Эвелиночки. Девочки, трусы 58-й, 60-й размер. 58-й. Девки, я в этих трусах. Она решила, короче, нашей Эвелиночке подарить трусики. Я говорю, мама, покажи мне эти трусы. Девки, я в шоке была. Трусы на мою большую попу. Я говорю, мам, там надо три штуки Эвелины. У нас Эвелинка носит 44-й размер. Она быть не может, ей как раз на рост ей пригодятся. Потом она может поправиться. Я говорю, мам, у нее мама 44 размер, но 44-46. Ее мама. Моя ровесница. Я говорю, блядь, какие трусы 58 размер, девочки. Она говорит, померь. Я говорю, оставь мне эти трусы. Померь. Я их померила, девки, они у меня как раз. Вот представляете? Она хотела опозориться. И трусы-то такие простые, ну, ивановские девчонки. Эти, хлоп-хлоп. Я говорю, оставь мне, я их буду носить. Я их изношу. Оставила. Это Кузя сидит. О, какие ребята сидят! В соку! Один душ, девочки. Посмотрите на наших марпасадских. Ой, какие спелые, сочные, мощные сидят. О, нектаринки, нектаринки сидят. Здравствуйте. Кузьмин. Криминал какой. Чокина. Как ты? Хреново. Ты усы постриг? Конечно. Ты копался. Усы ты не постриг. Олега, привет. Сидите, отдыхаете, да, на солнышке? Какой солнце? Да, держи, держи, держи. Наши марпасадские мужчины в соку. Караул, девки. Короче, везде отметились. Мама, короче, вообще.
денег еще охренеть надо, все это туда-сюда, конечно, деньги нужны, везде нужно вложение, а никто не сказал, что будет легко, и одним днем никто не делает. Правильно я говорю, девочки? Вот, отметились, девочки. Все, сейчас сделаем эфир. Мама, сейчас. Ты пойдешь ко мне или нет? Может, тебя накормить чем-нибудь? Зачем я пойду к тебе? Ты кушать у меня не хочешь, моя красавица? А что у тебя есть? У меня есть плов. Ну, пойдем, плов поем. Пойдем, я тебя накормлю. Борщ есть. Вкусный. Да, вкусный. Пойдем, я тебя с рисом басмати накормлю. Пойдем. Вкусненько. Сейчас вам будет. Пойдем, пойдем, магазин, поглядим, там еще есть. Ты хочешь пятерочку? Да. Ну пойдем, моя мамусечка, видите, как мы дружненько идем с мамусечкой, с моей пойдем красавицей. Тротуар, сейчас мамусечку накормлю. Господи, страх небесный. Там, может, укроп продают, мне надо укроп посмотреть. И это. А потом мы эфирчик откроем, девочки. Погода у нас, конечно, шикарная. Маме платье понравилось, да, мам? Вот это до среды будет шикарно, в среду уже. Тебе платье понравилось, мам? Ну, понравилось, конечно. Чё? Хорошее платье. Что не понравится? И материал очень хороший к телу. И не жарко. Девчонки там писали же раньше, что будет жарко. В нем ничего жаркого в нем нет. Это чисто натуральный хлопок 100%. Две такие подружки красивые гуляют с утра по морпосадику. А магазин-то, мам, 8 часов открывается, а время 7. Да? Нет, наверное, больше. Это что? Как и больше? Посмотри, бункер закрытый. Бункер тоже с 8 работает. Ну нет, сейчас надо посмотреть, сколько времени. Посмотри, посмотри. Собак хотела взять, девчонки, не стала брать. Будут они тянуться. Мама зашла, короче, мои собаки чуть маму мою не загрызли. Вы представляете, какие злые? Ужас, ужас. Они прям нападают. Они, конечно, не кусают. Но, девочки, у меня мордочка не такая была. Вот. Они прям нападают, короче, знаете, это. Хотят, типа, укусить. Кусаться не кусают. Но. Угу. Хозяйственные очень. Они охраняют Багирочку свою. Красавицу. Чтобы Багирочки не навредили. Да. Думаю, ладно. Потом еще день длинный, потом я их выгулю. Не к спеху, они там обосикали уже, покакали, все дела сделали. Ветерочек обдувает, жары пока нет с утра. Но мама говорит, со среды будет прохладно. И вообще, пизды. Главное, чтобы жары не было. Нету тут укропа, не продают. Ночью боксарский завтра куплю. Ладушка, короче, сказала, мама, говорит, если будет полегче, говорит, неизвестно, говорит, живу, нет, живу. Ну, блядь, ребенок отравился этой шаурмой, я вообще в шоке, блядь. Ну, я думаю, что полисорб должен помочь, девочки. Если будет хуже, вызову скорую помощь. Кошмар какой-то. Ужас, ужас. Не ешьте, девчонки, шаурму. Особенно сейчас летом. Разве можно такие продукты такую есть? Зимой еще куда дело не шло, да? Но летом не. Ни пирожки, ни шаурму лучше не есть, девочки. Все эти выпечки. Очень опасно. Я ему сказала, завтра я в больницу, если что, говорю, приедешь, Чебоксары, загрузим стол, там надо будет созвониться за стол со стульями и привезем. Он говорит, мне сейчас так плохо, говорит, мама, мне говорит, сейчас ничего не говори. Я говорю, ладно, сынок, завтра позвоню. Девчонки, вот так, девчонки, вот так и живем, блин. Сейчас от часу не легче, блин. Ржался говна-то вчера, чтобы плохело ему. Ничего страшного, пройдет, у меня тоже у молодой были всякое. У кого этого не было. Девочки, напишите, кто не дрессал и не блювал в молодости, не травился. Наверное, у всех это было. Буду вас загружать. А мы немножко посидим, поболтаем, побалакаем, передохнем. Спасибо всем, кто оставляет комментарии у меня, смотрит мои ролики, естественно. Мне очень приятно записывать для вас ролики, вести с вами прямые эфиры, господа и дамы. Я люблю свой канал, я люблю вас.
Всем приятного просмотра.